Райхан Халитов – тревел-блогер из Казани. Свое путешествие начал в апреле прошлого года и за это время исколесил почти всю Азию. В конце сентября он оказался в Индии и планировал пробыть в этой стране несколько месяцев, однако успел снять и выложить всего одно видео. Не доехав до своего друга на мотоцикле 50 километров, Райхан попал под встречный автобус и сильно ударился головой. В результате – закрытая черепно-мозговая травма, несколько сломанных пальцев на руке и зашитое колено. Новость о несчастном случае вызвала немалый отклик среди пользователей интернета. Вся страна, все друзья, все помогают, за что спасибо большое. Очень надеюсь на дальнейшую помощь, потому что без помощи всех друзей, знакомых, тех, кто сочувствует, соболезнует, я бы ни за что бы не обошлась. Нам было бы очень тяжело. Вся информация о том, как помочь Райхану и его семье, выкладывается в его группе ВКонтакте, которую теперь ведут близкие молодого человека. На данный момент они собрали около 700 тысяч рублей. Сколько потребуется еще, пока не ясно. О конкретной какой-то сумме не говорится, потому что после того, как Райхан придет в себя, его должны выписать. Вот, и уже после этого, ну, по его состоянию здоровья, транспортировать его сюда в Россию, потому что здесь дешевле. Кроме того, сейчас идет активная подготовка к благотворительному концерту, на котором также будет организована выставка-продажа. Для этого близкие Райхану ищут медийных и творческих личностей республики, готовых предложить свою помощь. Концерт пройдет 16 октября в тротории на Минской. Более подробная информация появится в паблике Райхана. Диана Авакян, Универньюз.